На сегодня не существует быстрого дешевого способа перекачки различных рабочих сред, таких как масло, вода, воздух или сыпучие материалы. Все существующие механизмы имеют сложные конструкции, соответственно, низкий ресурс работы и очень дорогие. Наша конструкция имеет ряд преимуществ. Это многоступенчатость, это высокий ресурс работы, обеспечение высокого давления и высокой подачи одновременно для и работа с различными средами при подборе необходимых материалов. Рынок – это заводы сухих смесей, пневмоинструмент, автомобильная техника, авиаконструкторская техника, любая техника, где нужна перекачка масел, воды или других каких-то сред. Общий рынок оценивается более чем 500 миллиардов рублей. Нам требуется 170 миллионов на создание инжиниринговой компании, которая сможет данную конструкцию продавать.